Во-первых, прежде чем сказать об игровых действиях, я хочу в первую очередь поблагодарить футболистов и сказать им огромное спасибо за ту работу, которую они делают, там, да, за тот характер, который они показывают постоянно. Там, да. И хочу верить и надеюсь на то, что, знаете, вот эта игра и этот результат против, скажем так, самого, наверное, непримиримого соперника, который есть в НЛ именно для Сокола Саратовского, послужит неким толчком для развития футбола в Саратове и для такого, может быть, несколько более пристального внимания к команде, потому как в тех условиях, в которых мы работаем, поверьте, мы и в той ситуации, в которой там сейчас клуб находится, вот, мы выжимаем максимум из себя, поверьте. Даже где-то, я бы сказал, наверное, не 100%, а 200%. Поэтому, еще раз повторяю, надеюсь, что этот результат, и та игра, и этот характер, там, да, то, что мы еще раз доказали всем, абсолютно всем, что здесь есть команда, есть футболисты, ну, которые могут и хорошую игру показывать, и самое главное, добиваться положительного результата. Что же касается непосредственно игровых действий на футбольном поле, ну, в первом тайме у нас не получилась несколько такая конструктивная игра при выходе из обороны в атаку. Поэтому мы действовали с таким неким количеством брака, там, да, что это не позволяло. Там, и плюс Факел очень хорошо там контролировали мяч, мы немножко не справлялись там, хотя говорили об этом там, да. И нам не удавалось, скажем так, отбирать те мячи в тех зонах, в которых нужно это делать. Поэтому первый тайм, я, на мой взгляд, нам несколько не удался. Но я думаю, что это, наверное, все-таки быстрый гол там несколько сказался там. Но хорошо, что мы перестроились немножко в перерыве, добавили в агрессии, добавили в правильных действиях впереди и забили очень хорошие голы. И опять же, в очередной раз показали, что мы можем играть быстро, качественно и, самое главное, результативно. Поэтому вот такой мой комментарий.